Так, ну что ж, всем привет. Не обращайте внимания, кто смотрит на эти дебильные здоровые наушники, потому что просто так мне в них будет проще смотреть, слушать звук. Это реакция и впечатление от просмотра клипа Hold On, который вышел сегодня в 11:45 и 8:45. По тихоокеанскому времени. Давайте не будем затягивать, будем смотреть и проникаться ощущениями и эмоциями. Я хочу посмотреть впервые и вот свою реакцию записать, разместить ее у себя на канале для тех, кто будет смотреть или потом сам пересмотрит. Поехали. Так, я смогу даже на паузу ставить. Сначала я посмотрю просто как полностью, а потом второй раз с комментариями, возможно. Не буду прерывать первый просмотр. Сначала такое замес, типа, о, Колин, хороший чел. Музыка кайфовая, прям сразу. You know you can call me if you need someone. Музыка. I'll pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling cause you wish that. Интересно, зачем? Ой-ой-ой. Че, банк грабить пошел? Типа обманным путем, что ли? А-а-а. Типа деньги нужны. ATM. Канада. Да, интересно. Артист. Это красная кнопка. I need you to hold on. Heaven is a place not too far.
need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my Блин, ну капец, ребят. Клип бомбический в плане сторилайн, который они любят делать. История обалденная, как бы современная. Проблема, которую описывает. Блин, почему? Вот, то есть, типа, ну, банально, конечно, все довольно-таки. Там, помощь своей девушке. В видео нам показывает, то есть, ограбление банка с пластиковым пистолетом. Съемка на высоте, визуал, огонь. Колин вообще красавчик. В который раз он показывает нам супер шипы, мотоциклы шипы, жестко, если что. Как бы прям, ну хотя это Америка, у них с этим все жестко, с законом и полицией. Классный клип, песня динамическая, только вот после просмотра хочет как бы подпортить это позитивное, динамическое настроение тем, что там происходит. Опять же, жизненная история, вот, почему бы и нет, классная песня, если вот так с закрытыми глазами, это просто огонь, слушать она с таким темпом. Обалденным вокал. Ну, как всегда, на высоте ничего не скажешь. Бибер есть бибер. Музыка мне очень понравилась. Какая-то она, ну, как бы отличается от тенденций, которые сейчас у нас в музыкальной индустрии в западном мире. Ну, вид внешний, вот этот вот. Щетина, неопрятность какая-то у него. То есть из такого, как бы, аккуратного лица он, типа, в этой эре перешел к, ну, вот что-то, типа, брутальное, скорее всего, обыденное, наверное, ближе к людям, к обычным, возможно. А может быть, некая простота. Но получается, в итоге, как посыл продукт обалденный. Просто не все привыкли к такому, такое видеть во внешности артиста. Ну, молодец. Мне очень понравилось. Я, конечно, как бы, ну, вот она, динамика обалденная. Но она такая, типа. Я говорю о проблеме, но, ребят, не грустите, все будет хорошо. Да. Ну, вот этот вот его. Ну, щетина, как бы, так все в целом, как обычно, просто щетина. Как актер, молодец, в плане, то есть, смотрится как какое-то кино. Лайк. Новый альбом грядет, 10 биберов из 10, мне очень все понравилось, ни к чему не могу придраться. Насчет того, что проходняк или нет, не знаю. Нужно дать время этой песне, дать время этому ролику, потому что песня проверяется как бы резонансом и отдачей. Ну, лично мне все нравится. Я поставлю лайк и... Пожелаю удачи этому альбому и удачи ему с продвижением этого альбома и с этим альбомом. Все, всем спасибо за просмотр, может быть, затянул. Как-то, типа, эмоционально, не эмоционально получилось у меня. Я ничего не накручивал, не навязывал, все как есть. Ощущения, которые были
Я их не скрывал и не завышал. Все, всем спасибо, всем пока. Увидимся в дальнейшем. Клип классный, все. You know you can call me if you need someone.